Здравствуйте, уважаемые друзья! Здравствуйте, партнеры проекта Бонус Мбен. С вами на связи Владимир, и я продолжаю очередной обзор данного проекта. И сегодня проект работает уже одни сутки, и осталось еще немного до 19:00, сейчас 16:37, буквально несколько часов. И будут ровно сутки со времени старта проекта. И хотелось бы немножко пройтись по статистике, какие есть изменения, какая динамика и стоит ли обращать ваше внимание на данную тему. Какие перспективы? Итак, как видим на статистике, я нахожусь на сайте, у нас статистика слева вверху. Значит, проект уже работаем один день. Нас уже 118 человек по сравнению с тем, что в прошлом видео, когда я снимал, у нас было около 70 человек. То есть динамика умеренная, не медленная и не слишком быстрая, что в обоих случаях пагубно для проектов. А именно умеренная, то есть тихими, тише едешь, дальше будешь, есть такая пословица. И в данный момент она соответствует именно той динамике, которая происходит сейчас в данном проекте Бонус Мбен. Вложено средств, то есть инвестировано уже 90 872 рубля. Покуда партнеры не спешат выводить, потому как есть доверие к проекту, есть доверие непосредственно к администратору. Администратор непосредственно к каждому готов выйти на связь голосом, пообщаться, обсудить те или иные нюансы, вопросы, пожелания и так далее. Поэтому на сегодняшний момент он заслуживает доверия, и партнеры не спешат выводить средства, реинвестируют. Но так как я верю цифрам и верю скринам, естественно, я делал несколько тестовых выводов. Я снимаю маленькие суммы для того, чтобы постоянно подпитывать рекламу свежими выплатами и тем самым пытаться заинтересовать потенциального партнера. Естественно, остальные свои начисления по партнерской программе я пускаю в реинвест. Итак, на сайте 106 человек, то есть здесь имеется в виду и гости сайта. На сегодняшний момент администрация подключила массовую рекламу данного проекта. И поэтому у нас есть гости, которые, возможно, наблюдают и в скором времени присоединятся, убедившись в платежеспособности проекта и адекватности администрации в данном проекте. Вот, указан курс. Ну, в общем, здесь все как полагается. Статистика радует на сегодняшний момент. И придерживаясь такой статистики, естественно, можно делать какие-то уже решения. Идем дальше. О маркетинге я с вами говорил в прошлом ролике. Тут все понятно. 4 тарифа от 12 до 48 часов. И каждый тариф, нажав на него, имеет свои условия. Вот. Как по процентным начислениям, так и по выводу минимум-максимум. Вот. Например, тариф на 48 часов, самый популярный тариф в данном проекте, значит, приносит 75% прибыли через двое суток. Минималка 500 рублей, максималка 15 тысяч. Ну, тут все понятно. Также и другие тарифы, есть свои условия. Вот. Что хотелось бы сказать непосредственно по моей статистике, моей успеваемости. Значит, в прошлом ролике у меня было, если я не ошибаюсь, в топе партнеров 8 человек, сейчас у меня уже 12, то есть 4 человека еще присоединились благодаря моим видеороликам на канале YouTube, моей рекламе в соцсетях и в рекламных чатах Skype. Вот, то есть я не сижу на месте, я активный человек, постоянно развиваю проект, понимаю, что здесь работают мои средства, и получая выплаты, делюсь информацией с вами, мои дорогие друзья. Так, идем дальше. По партнерам понятно, как говорится, есть динамика, есть прогресс. Так, что касается истории операций, нет, давайте выплаты. Здесь есть некоторые мои, как говорится, контрольно-тестовые маленькие выплаты для того, чтобы постоянно, как я уже говорил выше, подпитывать скринами рекламу.
Первая моя тестовая выплата была 65 рублей. Значит, как я говорил в прошлом видео, 3% админ берет комиссию, так как нужно поддерживать сайт на ресурсе в сети интернет, оплачивать домен и так далее. То есть на это нужны денежки. И поэтому 3% на вывод. Вот первый мой вывод. Второй мой вывод был позже. Тоже партнерские начисления на Perfect Money удачно пришли, очень быстро. То есть заявленные сроки, которые огласил проект при старте. Так, ну и последняя моя выплата была сделана сравнительно недавно. Перед роликом, это может быть минут 20, как я начал записывать этот ролик. Вот я вывел эти денежки. То есть 3,80 пришли на мой кошелек Perfect Money. Все платится, все отлично. И, дорогие друзья, я настоятельно рекомендую вам присоединиться в данный проект, потому как администратор честнейший человек. Вот, и охотно идет на общение с любым партнером, что сегодня в проектах очень редкое явление, да, и, естественно, своей открытостью администратор заслуживает доверия и только положительных, как говорится, решений, эмоций и положительного настроения в данном проекте. Вот. Люди начали потихоньку понимать, что проект действительно интересный. Интересный он не тем, что он простой, и таких проектов много, да, действительно это так, но интересен он именно тем, что создатели данного проекта открытые люди и, как говорится, стараются всячески развивать систему и благодаря каким-то своим нововведениям пытаются заинтересовать своих пользователей на данном ресурсе и развивать рекламные материалы и прочие ресурсы. Итак, есть еще одна новость. Это свежайшая новость за 2 число, значит, 2 сентября. Нажимаем кнопочку «Подробнее». И сейчас мы с вами прочитаем. Так как администратор по профессии еще является и создателем сайтов, поэтому для него не составит труда сделать для нас что-то интересное по поводу продвижения в данном проекте и рекламы. Значит, уважаемые инвесторы проекта Bonus Ben, мы рады сообщить вам, что сегодня в 20:00 по Москве будет открыта бизнес-социальная сеть для того, чтобы нам было легче работать и строить свой бизнес. Доступ будет по ссылке, значит, приведена ссылка здесь. Ну и ждем заявленного времени. И это будет создание блога, раскрутка блога в сети интернет и тому подобное. То есть таким инструментом мы с вами сможем привлекать и строить большие команды и, естественно, зарабатывать. То есть все мы здесь в интернете находимся, естественно, для того, чтобы заработать средства. И данный инструмент будет направлен именно на наши цели. Это понятно. Так, что еще интересного? Давайте посмотрим еще все новости. Вот так. Для того, чтобы избежать проблем со стороны безопасности ваших аккаунтов, скоро на сайте будет добавлен SSL-сертификат. То есть это будет зеленый замочек. Вот здесь, где ссылка вверху слева, будет зеленый замочек. Это безопасность сайта от взлома злоумышленниками. Так, тоже очень хорошее нововведение и его нужно было сделать сразу, но это хорошо, что админ к этому решению пришел. Вот. То есть, опять же, это идет в плюс и в зачет администрации проекта и, естественно, заставляет нас принимать хорошие положительные решения в пользу данного проекта. Так, создание блогов. Вот предыдущая новость. Уважаемые инвесторы проекта Bonus Ben, мы хотим сообщить, что такого-то числа будет открыт доступ к созданию своего персонального блога для продвижения нашего бизнеса. Опять же, адрес blogpost.bonusben.net. Возможности, которые будут, в данном инструменте. Собственный уникальный блог.
ссылки на ваш блог, возможность создавать категории, то есть разные рубрики, категории и так далее, то есть на разные темы. Возможность делиться с вашими записями в социальных сетях, то есть будут, скорее всего, ярлыки социальных сетей и возможность разместить там свой блог. Получить большое число подписчиков на ваш блог. Естественно, что среди этого числа найдутся и потенциальные партнеры, которые присоединятся в вашу структуру и будут приносить вам реферальный процент, который заявлен в данной теме. Это 13% от суммы вклада вашими личниками. Далее, вы владелец блога, который управляет своими подписчиками. То есть, понятно, тут можно корректировать подписчики, настройки там и так далее. При вашей записи все подписчики получают уведомление по email, то есть идет информация по email адресам, вот, и ваши подписчики всегда будут в курсе каких-то новых статей и так далее. Вот, естественно, это будет посещаемость, и этот инструмент удержит ваших подписчиков на вашем блоге. Также ваши подписчики могут получать новости в различных категориях, что тоже интересно и, вот, как говорится, удерживает ваших людей на вашем блоге и, как говорится, способствует прогрессированию вашего блога и продвижению в сети интернет. Изменяйте, добавляйте видео по желанию, то есть здесь тоже все понятно. Вот. Ну, вот такая новость, то есть администратор идет навстречу, и то, что мы в сети интернет могли приобрести за деньги, да, где-то какой-то инструмент и так далее, здесь нам это дается все бесплатно. Ребят, только развивайте данный проект, вот, администратор идет нам навстречу, идемте ему навстречу также, и работаем в данной теме, и все у нас будет просто отлично. Ну, собственно, вот я просмотрел самые последние новости. Еще раз, так как я уже говорил в прошлом ролике, рекомендую всем новым пользователям, значит, которые только-только присоединились к данному проекту, ознакомиться с разделом «Помощь». Не сегодня-завтра вы уже будете не новичком, а таким же спонсором, как, к примеру, я, да, и вам необходимо будет делиться информацией и отвечать на вопросы ваших потенциальных партнеров. Так вот, если вы ознакомитесь с данным разделом, то вы уже намного увереннее и тверже будете отвечать на те или иные вопросы своим лично приглашенным партнерам. Вот, естественно, это закрепит вас как хорошего спонсора, и человек будет тянуться за вами и в других темах каких-то и так далее. Таким образом, создается какой-то коллектив, да, какое-то доверие между вами и вашими людьми, и просто-напросто люди идут за вами в бизнес. Ну, это все понятно. Вот. Также, если у вас нет спонсора, вы пришли по рассылке, по рекламе от компании или от кого-либо из партнеров, и вы не знаете своего спонсора, этот раздел вам необходим, так как он частично заменит вам спонсора, ответив на ваши вопросы. Если вы не нашли ответа в этих вопросах, значит, тогда нажимайте кнопочку Skype чат и автоматически входите в чат команды, где присутствует лично администратор, который без труда вам лично при общении в Skype ответит на те или иные нюансы, вопросы, решит ваши проблемы. Вот, в принципе, вот такая статистика на сегодняшний момент, сутки работы, еще даже немножко осталось времени до суток. С вами был Владимир, под данным видео будет моя реферальная ссылка, присоединяйтесь и давайте с вами вместе строить наш заработок в сети интернет и в данном проекте Бонус Мбен. Всем пока!